Эй, всем привет, друзья мои, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и мы продолжаем играть Angry Birds Epic. Epic, хотел сказать 2. Ну, 2 мы тоже играем, так, пещера 21, и уровень у нас адский колокола 9, 9 уровень, 5 этапов, давайте выбираем мы сами нашего союзника, и... Так, кто же у нас тут есть? Мы можем выбрать, кстати, Матильду. Матильда вот самую мощную. Так, наносит 4, цель получает 15 нанесенного урона, а настолько же восстанавливается здоровье Матильды. Так, сила атаки, здоровье увеличивается на 20-23 ходов. Так, подождите, Кость. Не канает. Давайте... Так. Что тут у нас? Перейдем, давайте, в следующую страницу. И... Так, что у нас тут есть? О, элитный капитан. Мой любимый капитан, ребята. Но вроде бы это нам пока что не подходит. Мы можем взять еще элитный паладин. 8000 жизней. Но вроде бы там еще и побольше были. Да? Давайте-ка сам на третью страницу перейдем. Кто у нас тут есть? Так. Наносит 3 урона. Все остальные враги получают 25 урона. Нанесенная цель действует в течение 3 ходов. Так, это отрицательные эффекты нам не подходят. Давайте-ка свернемся первую страницу и выберем, наверное, все-таки... Так, это у нас элитный каменный страж. Наносит 2 раза по 1700. По 1800, можно сказать. Если цель станет так, то он получает... Так, не то. Давайте, может быть, все-таки выберем... Вот, мы выберем бомба. Выберем мы с вами Реда. Убираем чат. Матильда нам будет восстанавливать наши жизни. И поехали. Это предпоследний уровень у нас. Посмотрим, что там будет у нас. Тауншип, ребята. Так, ферма. Если вам надоел Хейдей, можете поиграть Тауншип. Вот, я попробую ее поиграть. Ну, интересная игра, в принципе. Ну, чуть замудренная, мне кажется. Самый-самый сок, конечно, собран в Хейдее. Так, 5 этапов. И давайте-ка перед тем, как начать, заслуженный лайк можно уже поставить и даже подписаться, кто еще не подписался на канал. Так, давайте, как обычно, начинаем мы с вами с Редом. И 9200 урона. Продолжаем атаку. Что у нас тут? 27 жизни. Иммунитет дает еще. Так. 17 тысяч жизней. Ну, давайте уберем сначала жирдяя. Беги-беги. Так, отлично. Так, 314 урона мы получили. Давайте продолжим мы с вами мочить жирдяя. 4900, отлично. И попрощались мы с вами. Это хорошо. Беги-беги. Так, шамана мочить или... Давайте, наверное, сначала замочим шамана. 4200 урона. Давайте исцеление сразу поставим. И атакуем мы с вами Редом. Так, беги-беги. Так, все-таки нужно шамана нам мочить, потому что если мы замочим жулика... Нет, это не шаман, это кок, оказывается. Сорян, ребят, сорян, кок. Коку нужно мочить, потому что если мы жулика замочим, то начинается у нас исцеление кока. Так, атакуем. Атакуем и пошел вон отсюда. А нет, еще не пошел вон, оказывается. Ах ты, скотина, сам себя будешь начать лечить, да? Ладно. Но я думаю, он у нас не успеет. Атакуем мы его опять-таки Матильды. Теперь можно бомбам. И, может быть, даже перейдем. Нет, не перейдем. А что у нас тут? Так, налет. А, давайте сделаем налет. Давайте исцеление. Выбираем Реда. Атакуем Редом и налет. Вот так вот. 4900 плюс. Переходим в следующий этап. 81 уровень у нас. Вряд ли, конечно, мы сегодня перейдем в 82, но следующая серия обязательно. Еще в следующей серии у нас финальные бои этой пещеры, 21. А потом уже начинаем новый. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Так, думаю, будет логично взорвать нашего бомба. Потому что тут много-много всякой мелочи. Воу, неплохо, неплохо. Если мы сейчас... Так, отлично. Если мы сейчас не расправимся, мы уже расправились с боссом, то мелкие бы восстановились. А это было бы плохо очень. Мы даже не успели, ребята, с вами перчик заполнить. Так, давайте мы с вами... Так.
Босса сразу же уберем. Блин, надо было все-таки налет сделать. Вот налет я не сделал, это очень плохо. Оглушили, отлично. 860, 357 и оглушился. Бедняга, давайте-ка сейчас сделаем вот так вот. Сразу же сделаем исцеление и атакуем редом. И сразу же налет от бомба. Отлично, избавились мы с вами от самого главного свина. Теперь можно перейти к остальным. Продолжаем атаковать редом. Сразу же налет. Вылетает у нас следующая свинья. Итак, давайте-ка... Отлично. Давайте отсюда. Охренеть, 9500 урона. Откуда столько урона? Вы чё, ребята? Так, исцеляемся. Давайте также делаем налет. И атакуем. Следом сразу же бомб. Действует, отлично. И следующая атака. Да достал ты, блин, атаковать. А, в смысле, это у нас адские колокола, кстати, нас постоянно... О. Все так быстро. Надо было все-таки налет сделать, чтобы подзарядить, типа, да? Ну, окей. Налет у нас закончился, поэтому делаем налет. И атакуем... Блин, зря все-таки я это сделал. Наверное. Воскрешается, потому что вот почему я имел в виду, то, что я зря это сделал. А вот Купидона, допустим, можно... Можно мочить. 509. Давайте-ка Купидона замочим, чтобы он нам не мешался. Так, налет и... Атака. Блин, вот не сдох, а скотина. Так, зато оглушен, да? Давайте-ка зомби. Это же зомби вроде бы у нас, да? Да, зомби. Зомби атакуем. Зарядка в течение 3 ходов. Что делает? Призывает нежити союзников. Не проблема. Сейчас мы их всех отхерачим. Так, атакуем. Давай пока отсюда. Так, тебя тоже... Так. А как нам быть? Давайте с помощью Матильды убираем этого кекса. Делаем налет. Атакуем. И следом у нас идет бомб. Отлично. Вроде бы прям все идеально у нас проходит. Так, что мы еще тут делаем? Так, нифига у тебя тут прическа. Волосатый ужас. Действительно волосатый ужас. 43 тысячи жизней. Наносит 235 единиц урона в течение 3 ходов. Цель также получает 2300 урона за ход. Это уже опасно. Так, налет у нас все еще действует, поэтому давайте используем реда. Отлично. Хотя можно было бы, конечно же, потихонечку начать убирать... Так, давайте-ка Купидона мы уберем. 200. Исцеляемся. Налет мутим. Давайте-ка уберем этого Купидона нахрен. Нам такие не нужны. Так. Так, зарядка в течение 3 ходов, что он делает? Призраков призывает. Блин, нам этого нельзя допустить. А ты что у нас делаешь? Наносит... Офигеть, ты охренел? Так, давайте-ка мы его попробуем снять. Иди отсюда. Совершаем налет. Нельзя он тоже, чтобы у нас... Зарядился. О, отлично, все, мы прошли. Все, все у нас круто. Так, мы даже можем сами исцелиться. Даже можем перчик использовать, ребята. Херак, и победа наша. Все, окей, ребята. Так, неплохо. До половины уровня мы с вами дошли, 81-го. И в следующей серии, я надеюсь, мы уже с вами пройдем... пройдем рубеж 82-го уровня, и уже будет новая пещера. Так, крутим барабан. И помидор. Что это такое? Известняк. Пикантный помидор и кристальная вода. Как давно я ими не пользовался. Ими, конечно же, пользуешься в самом начале, когда ты только-только начинаешь проходить игру, а сейчас они мне вообще нафиг не сдались. Давайте посмотрим, что нас ожидает в следующей серии. В следующей серии адские колокола 10. Так, сила команды у нас, ну,
потом, когда мы уже выберем третьего участника, наверное, мы сравняемся. Сила, так, свинская мощь 2661. Что еще? Да вроде бы все, да? Сколько этапов? Всего лишь один этап, да, получается у нас? Ну окей, давайте, ребята, уже встретимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Все ссылочки в описании. Делайте репосты и пишите свои комментарии. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока-пока.